У нас хорошо, что получается такая, уже получается традиция, по которой мы в день родного языка в Эстонии проводим не конкурсы или встречи, как сейчас получится, это огромная гостиная для детей, которые читают стихи с нашего поэтического конкурса «Под небом Балтики», интернет-конкурса. И вот в лице двух приятных дам, которые стоят рядом со мной, Ирина Томингас и Татьяна Витальевна Семенюк, которые представляют профессиональных представителей жюри нашего, они позволяют детям не только понять, как надо читать стихи, но и вдохновляют их на то, чтобы они... Не каждый. Попробуй, упади в траву и станешь васильком однажды. Одним из тысячи цветков, душистых, голубых созданий. А может, станешь лепестком или теплым ветром ожиданий. И все невзгоды, злые сны, конфликты, ссоры и проблемы вспорхнут, как бабочка весны или теплым ветром ожиданий. Попробуй. Я просто женщина, а впрочем, так непросто быть женщиной на суматошный век, где каждый, как далекий пик, как остров, где прав рациональный человек. И тут орёт лунку солнце снова, и, принимая знаки от судьбы, убеждена, что зло дается слово для равновесия, отнюдь не для того. Я промолчу, да разве в том и том? Я просто женщина, и нет награды выше, и нет нужнее дела, чем любить. Я женщина, но мир цветущий выше, на белом давит, задыхаюсь душно. Осень нервы измотала, все бессмысленно и скучно. Снег с дождем, колючки капли, умирает день в закате. Серо, сыро, безнадежно. На зиму меня не хватит. На улице ни два, ни полтора, ни осень, ни зима, ни дождь, ни стужа. Скелетики деревья и земля совсем не твердь, а лишь простая ложа. Филиппов пост, преддверье Рождества, в душе сумбур, тенями мысли кружит, от скуки сонной пухнет голова, дурею, небеса со мной не дружат. Такое большое количество хороших лиц, горящих глаз, да, и настроение по-настоящему звонкого я не испытывала. Спасибо вам огромное, вашим папам, мамам и тем педагогам, которые тоже вложили в вас чуточку мастерства и за вашу смелость, потому что выйти сюда, сказать о себе и прочитать стихотворение, ой, как непросто. Вы молодцы. Меня больше всего обрадовало вот ваше искреннее, человеческое, сиюсекундное пребывание вот здесь, в этом месте, в этом замке, в этой комнате. Когда вы поднимаете глаза и видите, кто на вас смотрит, и вы знаете, что вы хотите. Это Маргарита Гадальшина. Ну, а я от себя хочу тем, кому не досталось призов, более высоких гостей, поблагодарить вас и желать вам, ребята, всего. Всего-всего самого. Танечка, теперь ты. Я все, что осталось. Так, хорошо. Значит, Ирина, вот у нас, кажется, все, что осталось. А я хочу сказать, что продолжаю настаивать, я все же об этом говорю, что слово – вещь великая, слово – это самая большая сила. Словом можно наградить, словом можно убить, словом можно сделать все. И уметь это слово произнести, уметь этим словом воздействовать – только с хорошей точки зрения, с внутренней
с духовной вот этой составляющей, потому что поэзия все-таки, она подразумевает парение души, да, вот то состояние, когда человек не может уже говорить в прозе, и он эту жизнь, это состояние внутреннее рифмует. И так замечательно, что дети произносят это вслух, им предоставляется такая возможность. И мне очень хочется, чтобы дети эти стихи учили наизусть, и чтобы они учили наизусть не только эти стихи, а и все остальные базовые классики. И чтобы они обязательно понимали, что, зачем и для чего они произносят, говоря на своем родном языке. Говорить о том, что когда мы читаем стихотворение наедине с самим собой, то есть когда мы открываем книгу и читаем, это одно качество прочтения стиха. А когда мы это понимаем до такой степени, что можем выйти на сцену и рассказать еще кому-то, это передать, это уже высочайший уровень. Вот дети сегодня, которые выходили и говорили то, что им понятно, то, что у них навалило, это, конечно, дорогого стоит, и нам было очень приятно в этом принимать участие. И мы хотим приезжать к вам еще, еще и еще. Да. Пусть это станет традицией. Да.